Никому не нужный блок. 8 утра и градусов тоже 8. Еду на московский вокзал, чтобы забрать один очень крутой девайс. А вот моя любимая жена. Безопасность превыше всего. Жух. Еще я умею делать вот так. Место встречи под Петром. Классика. Спасибо большое. Девайс на месте. Сейчас расскажу про Женька. Женек Константин, звукорежиссер. Телефон оставлю. Так, девайс мы забрали. Едем дальше. А куда мы едем? В работу. В рота. Съемочка. Сейчас, походу, будет жаришка. Ну, в общем, вы поняли. Классная точка на Литейном. Теперь эти ребята будут петь на улице. Чего, блин? С китайцами покончено, что же у нас дальше? Сразу репортаж. Котик. Это видеоблог. Сегодня вечером. Включил MTV. Но ты сейчас говоришь скорее про... Да, про... Чуваки обсуждают моднейший фест. Внезапный переход на правильную посылку из дека. Unpack! Вот он, стопер ремня безопасности Toyota Yaris. Ура! Сейчас поставим. Короче, у ремня безопасности есть такая кнопочка, которая не дает ему упасть в недры вашего кресла. Так вот, с этой стороны эта кнопочка отвалилась. Сейчас мы ее поставим. Для этого нам понадобится сама кнопочка, зажигалка. И, допустим, ключи от машины. Кажется, потребуется еще и пассатижи, чтобы прижать вот эту фигурину. А вот и они. И на всякий случай еще молоточек взял. Короче, основной принцип – прижать посильнее, нагреть и шибануть. Все как с вашими плюшками. Вот и все, кнопка готова. А значит, мы идем дальше.